Делегация Анапы под руководством главы города Сергея Сергеева принимает участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017». Сергей Сергеев подписал 6 соглашений в сфере санаторно-курортного комплекса и туризма, гостиничного бизнеса и строительства рекреационных объектов. В агропромышленном секторе скреплены подписями проекты по реконструкции винзавода в Суко и строительству производственных площадей для продукции сельхозпереработки. В рамках деловой программы форума Сергей Павлович принял участие в пленарном заседании, которое провел председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. А накануне глава Анапы работал со своими коллегами, руководителями курортных территорий. В Сочи состоялось учредительное собрание Ассоциации курортных городов.